Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. Сейчас все о самых интересных культурных событиях в праздничные дни. Большой сюрприз к 8 марта ждет всех любительниц кошек. С концертной программой «Страна Кошландия» на сцене Феска-холл выступят 38 усатых артистов во главе с Владимиром Куклачевым. В спектакле он старается использовать абсолютно разные средства выразительности. Это драматический театр, классический балет, цирковая клоунада и котики, исполняющие характерные роли. Начало в 11 и в 14.00. Стоимость билетов от 500 до 1500 рублей. А на сцене Приморской филармонии подготовили другой сюрприз. Концертная программа «Для милых» – это самые лучшие и романтичные песни о любви. Начало в 18.00, стоимость билетов – 2000 рублей. На спектакль «Еще не вечер» приглашает Театр молодежи. Начало в 18.00, стоимость билетов – 400 рублей. Свой день рождения празднует проект «Феминология» и приглашает вас обсудить, что произошло и еще произойдет в мире, узнать значение некоторых мировых скандалов и каким образом они касаются вас, а также поинтересоваться, кто же такая Марта. Организаторы предупреждают, этот выпуск будет открыт для мужчин. Место встречи – клуб «Водолей». Начало в 19.00, стоимость билетов – 300 рублей. Котиков много не бывает. Именно поэтому в праздничные дни состоится и большая выставка кошек. Впервые гости увидят породы бомбина и эльф. Мурмартовские встречи состоятся в торговом центре «Седанка-Сити». Начало в 10.00. Стоимость билетов от 100 до 300 рублей. На праздничный мастер-класс по программированию «Девчонки кодят, мальчишки шкодят» приглашает городской дворец детского творчества. Начало в 15.00. Вход свободный. Количество мест ограничено. Новую программу в театре «Перекресток» представляет студия «Окно». Сцены и миниатюры по произведениям Надежды Тэфи «Жизнь воротник», «Экзамен», «Белая одежда», «Демоническая женщина» и многое другое. Начало в 19.00, стоимость билетов 250 рублей. Казачки решили проучить своих мужей и женихов за беспробудное пьянство и кичливое убеждение, что баба не человек. А что из этого получилось, можно узнать, посмотрев веселую музыкальную казачью оперетту «Бабий бунт» в Театре молодежи. Начало в 18.00, стоимость билетов от 200 до 350 рублей. Евангелическо-лютеранская церковь Святого Павла приглашает на концерты старинной музыки. Начало в 17.00, стоимость билетов от 300 до 500 рублей. А на сцене Мариинского театра балет «Щелкунчик». Чудесная история о заколдованном принце и смелой девочке, которая помогает добру победить зло, неизменно привлекает и детей, и взрослых. Начало в 14 и в 19.00. Стоимость билетов от 400 до 3000 рублей. Приморская краевая филармония дарит зрителям невероятное приключение, полное загадок, мистики, неподдельных страстей, трагическую историю непризнанного гения и изгоя, осмелившегося полюбить. Мюзикл «Призрак оперы». Начало в 18.00, стоимость от 1500 до 3000 рублей. Первенство по дзюдо среди юношей и девушек состоится в спортивном комплексе «Юность». Начало в 11.00, вход свободный. Уникальную возможность увидеть идеальную свадьбу во всех деталях дарят всем женихам и невестам. Выставка свадебной индустрии Pacific Wedding Show 2018 состоится в торговом центре Седанка-Сити. Начало мероприятия в 12.00, вход свободный. А музей города приглашает всех желающих на игру «Конструктор. Архитектурная мозаика Владивостока». Участники мастер-класса узнают об основных архитектурных стилях Владивостока и как их отличить, соберут свои архитектурные шедевры и даже смогут создать свой архитектурный стиль. Начало в 15.00, стоимость билетов 200 рублей. Обязательно предварительная запись. Пока на этом все. Поздравляю наших прекрасных телезрительниц с праздником и желаю всем хороших выходных.